Друзья, привет! Меня зовут Александр Сафронов, я коммунист и блогер. Сейчас идеологическая борьба идет в основном в интернете, и левым силам нужны мощные информационные ресурсы. КПРФ ТВ тоже является одним из таких ресурсов, но коммунистам нужно больше. Наш канал «Красный политобзор» — это развивающийся проект. Мы боремся за левые идеи, коммунизм, просвещаем людей, рассказываем о деятельности наших депутатов в Государственной Думе и яростно критикуем власть. И я, уважаемые зрители, прошу вас всех пройти на наш канал, ссылка будет внизу в описании, посмотреть пару блогов последних и, если вам понравится, подписаться. Этим вы очень поможете нашему проекту и увеличите возможности пропаганды коммунистических идей в интернете. Жду вас на нашем канале «Красный политобзор». Пока!